дыня титовка, ультраранняя. Если обратиться к истории выведения ультрараннего сорта дыни титовка, то желтовато-оранжевые плоды появились на свет в Днепропетровской опытной станции, что в Институте овощеводства Украинской академии аграрных наук. Многие садоводы-любители интересуются, почему эта дыня имеет такое имя. Скорее всего, сорт получил его благодаря известному селекционеру Алексею Титовичу Галке, который занимался именно бахчевыми культурами. Но от исторических данных вернемся к качествам самой дыни. При правильном ведении семеноводства и наличии семян от оригинатора сорта вы получите плоды округлой короткоовальной формы массой от 1,5 до 2 кг. Эта дыня славится прежде всего своими вкусовыми характеристиками, сладкой ароматной белой и толстой мякотью практически без волокон. Титовка – это урожайный, легкий, транспортабельный сорт дынь с отменными вкусовыми качествами и содержанием сахара около 6,8%.